Всем привет! Зачастую в Германии находятся такие капеллы небольшие. Вот заехал на одну из них и хотел показать, как она выглядит и что внутри находится. Для проживающих в Германии, конечно, это будет, скорее всего, обычное явление, но для людей, которых стран СНГ, будет, я думаю, интересно посмотреть. Пойдемте вовнутрь. Самое первое, на что хотел бы обратить внимание, это место, в котором находится. У нас сегодня праздник, День Отца, и вот поэтому такая тишина. Движения нету, автомобилей нету, короче, никого нигде нету. Ну, в общем, вот в таком вот месте находится она. Немножко вдали от дороги, вот где, которая вниз спускается, там идет еще параллельно еще одна дорога, вон она идет туда, вот я сейчас буду дальше ехать. Вот съехал немножко в сторону и нашел ее. Здесь вот такой стол, можно посидеть, отдохнуть. Вот так она выглядит, высота ее вся огорожена таким растительным забором. Но покажу сразу, что находится сзади. Здесь открывается вот такой вот шикарнейший вид. Поля, деревни, люди. Вот такая вот скамеечка, можно сесть полюбоваться видом на вот такую красивенную природу. Кому интересно, можно почитать. Остановить на паузу, прочитать. Это описание, рассказ, скорее всего. Я еще пока не читал. Вот так вот. Вон еще ветряки. Ну что, пойдем вовнутрь. Правда, в таких местах заведено снимать головной убор и в шлеме. Вот такое вот интересное место. Очень чисто, ухожено. Скорее всего, кто-то приходит здесь, убирается. Там какой-то канат, наверное, что-то сверху. Там или колокола звонят, или еще что-то. Иконы, книги, цветы. Вот свечки можно зажечь, даже зажигалки лежат, чтобы поджечь. Одна не работает, вторая работает. Ну да, вот здесь стоит ценник, одна свечка стоит 50 центов. Здесь написано, типа молитва. Да. Ну, в общем, здесь зажигаешь свечку, молитву кидаешь, денежку. Вот сюда денежка бросается. И они потом там с обратной стороны ящиками вытаскивают. Ну, вот то, что я хотел показать. Такая часовня небольшая. Ну, в общем, как-то так. Посетил еще и такое одно место по дороге, поехал дальше. Что хотелось бы добавить. Навигатор вообще очень интересная штука, но он иной раз может по таким дебрям повести, что офигеваешь. Но зато в этом есть тоже плюсы. Иной раз можно увидеть приблизительно вот такие пейзажи, вот такую картину. Поэтому не стоит жаловаться. Вот проезжал еще одну, для сравнения решил показать еще одну часовню. Вот так она выглядит, вдоль дороги стоит. Здесь она не обкошена, не ухожена. Вот как-то вот так. Под замком, цепь, замок.
все как-то вот так. Небольшая. Ну и, конечно же, рисану вид маленько. Вид, конечно, здесь вообще классный, по-любому. Везде горы, спуски, подъемы. Навик водит четко. Он по таким местам водит, где еще ух. Ну и на этом всем всего хорошего. Всем пока. Увидимся на дорогах.